Всем привет в 2022. Поздравляю с Новым годом всех наших зрителей. Процветания, успехов и везения, здоровья и благополучия в новом году. А сегодня к нам в продажу поступил автомобиль Nissan Qashqai. года выпуска, машина в рестайлинге. Сейчас обойдем машинку снаружи, посмотрим внутри, заведем, пройдемся по комплектации и расскажем, чего она будет стоить. Данный автомобиль оснащен 2-литровым мотором, что редко для них, в основном 1.6 идут мотор, очень хороший. Как по состоянию, так и вообще сам по себе двигатель считается очень надежным, мощным, не склонным к каким-то серьезным болячкам. Сразу по наружке видим у автомобиля хорошая зимняя резина спереди, сзади. Литые 16-е диски. Противотуманные фары. Омыватели фар. Весь автомобиль в родной заводской краске. У автомобиля все стекла заводские, в том числе переднее лобовое. Так, сразу сходу. Также оснащен автомобиль сигнализацией Шархан с автозапуском, дистанционным таймером и так далее. Все эти функции работают. Так, давайте. Так, по низу тут смотреть бесполезно что-то, никаких косяков, жуков нету, мелкие сколики есть, вот здесь сколик, вот здесь сколик, причем сколики вообще никакого там налета ржавчины на них нету. Машины хорошо обрабатывались по стыкам, здесь даже заводская еще такая, как это называть, антикоррозийная обработка, низы дверей, уголочки дверей. Все в хорошем состоянии. Давайте водительскую дверь посмотрим. Тоже никаких замечаний нет. Ни по порогам, ни по дверям, ни по крыльям. По кузову машина в очень хорошем состоянии. Салон не драный. Здесь такой велюрчик мягенький. Полный электропакет сразу видим. Остальную комплектацию уже после того, как мы обойдем. Родная камера заднего вида. Так, тут у нас документы на сигнализацию. Еще одно колесо, фарозапас. Тут у нас есть закаточка, инструмент. Все по заводу. Полочка на месте. Стороне все как и по той, без каких-либо косяков. Заводские нанесения, еще оклейка заводская. Тут же можно наблюдать боковые подушки безопасности в сиденьях, а также занавески безопасности спереди и сзади. Сиденья складываются. Имеется подлокотник с подстаканниками и карманы в двух сиденьях. Так, где наш фокус? Фокус. Ага. Фокус. Так, тут по порогам тоже никаких косяков нету. Болты нигде не снимались. Все по заводику, заводская бирочка на стойке. С этой стороны сиденья тоже не имеют никаких следов. Все здесь чистенько, аккуратненько. Имеется подлокотник с регулируемым вылетом. С дополнительной розеткой, с USB AUX в подлокотнике. Достаточно глубокий. Здесь видим двухступенчатый подогрев сидений. Ветровка дверей.
крыльям тоже нет никаких косяков. Фара линзованная, но галогенка без ксенона. Так, давайте сядем сзади, покажем салончик. Вот так вот с места водителя все это выглядит. Виртуальный тур. Так, тут мы уже снимали. Итого, что мы имеем по комплектации? Здесь мы видим регулировку зеркал и электропривод складывания зеркал, корректор фар, отключение противозаносной системы без ESP и омывайка фар. Тут у нас открытие лючка бензобака и капота. Тут предохранители будут. Рули регулируются как по вылету, так и по углу наклона. В автомобиле присутствует датчик дождя, также присутствует датчик света. Кожаная отделка рулевого колеса, причем это заводская кожа, и она не вытерта. Видно, что 170 тысяч – это полностью оригинальный пробег автомобиль. Управление музыкой на руле и круиз-контролем на руле. Здесь у нас двухзонный климат-контроль. Музыка с Bluetooth, подключается телефон. Камера заднего вида, навигация встроенная. Причем наш регион читает. Кнопка аварийки, интересные дефлекторы. По панели никаких косяков нету. Из нюансов – трещина на лобовом стекле, но стекло оригинальное. Так, это у нас вариатор. Ручник работает и полностью исправен. Потолок светленький, без каких-либо косяков. Так что автомобиль пока внешне, рассказал, в очень хорошем состоянии. Ну и уже коль коснулись технической части, технически тоже автомобиль в изумительном состоянии. По вариатору вопросов нет вообще, едет четко, имитирует передачи, не тупит, не дергает ничего, не буксует, коробка полностью обслужена. Далее, по мотору, двухлитровый мотор живее всех живых, едет очень бодро и за это время не растерял ни капельки своих свойств. Так, сейчас вот этим ключиком заводским мы заведем автомобиль. Вот сейчас сразу повернули ключ. Oil level OK. Полностью диагностика всех систем. Завелись. Ну, машина, правда, уже тепленькая. Фары включаются автоматически даже на режиме off. Ну и в режиме авто тоже это все работает. Противотуманные фары передние, задние тоже работают. Функция чуть качнул и делает 3 взмаха. Музыка на руле тоже полностью исправна. Двигатель очень мягенько работает. 178 200, видим пробег на автомобиле. Печка, кстати, нагревается очень быстро, в течение 10 минут уже машина даже в минус 15 дула теплым воздухом. Причем с функцией автозапуск вышел, уже все тепло. Головых вопросов нет, никаких вопросов.
отвечать не могу, не буду, забанят. По рейке, по люму, по электроусилителю абсолютно нет никаких проблем. Все стекла работают, водительская имеет функцию. Данный автомобиль находится по адресу город Гомель, улица Антошкина, 3А. Если по навигатору Антошкина 1, лучше водить. Это город Гомель, район Сельмаш. Приходите, представлен широкий выбор автомобилей. Всегда в наличии порядка 20-30 автомобилей. Можно сделать тест-драйв в предварительной записи, можно посмотреть, осмотреть автомобиль. Также приобрести его как за наличный расчет, также за счет кредитных средств, через автолизинг. Все условия подробнее по телефону. Звоните, приходите, будем рады ответить на все ваши вопросы. Не забываем подписываться на наш канал, ставить лайки, прожимать колокольчик. Всем удачи, еще раз с Новым годом и добра!